19 декабря в спортивном комплексе «Юность» поселка Ильский прошел турнир по футболу, посвященный памяти Руслана Ачмиза. На протяжении многих лет он являлся игроком футбольной команды Северского сельского поселения и активно участвовал в жизни района. Руслан Ачмиз, председатель адыгейской диаспоры, состоял в консультативном межнациональном совете при главе муниципалитета и общественном совете при МВД. Перед началом турнира его память почтили минутой молчания. На памятном мероприятии присутствовал глава района Адам Джарим и глава Ильского сельского поселения Николай Головко. Каждый человек должен оставить для себя добрую память. Руслан Борисович оставил добрую память, и поэтому сегодня вот мы в очередной раз собрались. Я уверен, что будет игра интересная. Люди, которые стоят передо мной, любят этот спорт, ценят дружбу, а самое главное, никогда не забывают своих друзей. Проведение турнира по футболу – дань уважения и памяти такому чуткому и замечательному человеку, как Руслан Ачмиз.